Мы на улице Горького, на пешеходном переходе. И смотрим, где у нас знак «Проезд запрещен». Согласно новым правилам дорожного движения, знак должен быть виден за 100 метров. Но я сейчас нахожусь практически вот на середине дороги. И до знака расстояние 50 метров его нема. Его не видно. Подходим ближе. То есть вот он поворот к училищу. Вот какие-то вырисовываются. Силуэт этого знака. То есть знак неизвестно для кого установлен. И две липы его отлично закрывают. Вот вид сзади. Да. То есть даже если водитель увидит этот знак, он уже сможет ехать только вперед. Здесь вот двойная сплошная, и развернуться ему будет негде.